Всем привет! Сегодня приехал порыбачить я вот сюда, в такие красивые места. Последний раз я здесь был ранней весной, когда ловил здесь жереха, судака. Смотрите, сколько там сейчас воронья. Просто весь берег черный аж на. Полностью весь берег усыпан воронами. А когда я здесь был ранней весной, здесь было много утки. И когда я начал снимать утку, то случайно я заснял, как вышел шакал сюда на берег. Вот сейчас вы видите его на своих экранах. Он находился очень далеко, я так бы его даже не увидел, что он там был на этом берегу. Просто когда снимал утку, вот он попался в кадр, и я чуть-чуть его поснимал, такой матерый. Там у него, по-моему, одного уха нет. Ну вот такой вот, впрочем, он недолго находился на берегу. Чуть-чуть поискал что-то, поискал и ушел обратно в кушары. Ну, а я приехал сегодня сюда порыбачить. Не брал с собой я ни червя, ни опарыша, чтобы не ловить мелкую рыбу. Больше заточился на крупняк, кукурузы наварил, бондиэль только взял, если уж буду на удочку ловить, и все. Ну а так я попытаюсь здесь половить судака, жереха там на перекатах. Вот здесь судака, и сюда же буду ставить донки на кукурузу, на сазана и так далее. Не знаю, сейчас вода так прилично ушла, вот оголился там вот этот перекатик каменистый. О, малька полно, смотрите сколько. Если здесь на червя ловить, то они просто не дадут порыбачить. Смотрите сколько их там. Нифига себе. Ё-моё, как много. Ну и красота. Я приехал на самом деле уже давно. Я просто присел, позавтракал. И такая красота, знаете. Пока еще утро, прохладно. Просто сижу, отдыхаю. Никого на берегу нет. Вообще просто кайф полнейший. Вода вот такая вот чистейшая. Не знаю, просто обалденно. Уже начал собирать донки я. Сейчас быстро соберу пару штучек. Так, все, в общем, начинаем. Сейчас закормлю чуть-чуть. Дома кукурузы сварил чуть-чуть. С собой еще взял здесь сварить. Так что сейчас немного закормлю. Вот здесь вот в ямку закину туда закидушки и посмотрим. Может быть, здесь так не будет сильно карася доливать, как в прошлых моих поездках. В общем, глянем, как здесь будет рыбалка. Ну, конечно, загадаем, чтобы какой-то крупняк клюнул все-таки, наконец-то. Сазан какой-нибудь огромный. Насладиться вываживанием и так далее. Ну, здесь вода ушла, так бы здесь, если повыше было бы, то здесь, возможно, и змееголов бы стоял. Я с утра, когда приехал, видел, там жерешата мелкие ходят. Расположился я вот так красиво. Тенек от дерева. Ну, правда, сейчас солнце, когда ниже опустится, здесь уже тенька не будет. Но все равно классно.
Так, не знаю, где бы поставить. Все-таки хочу я оставить себе место, чтобы я мог и судака тоже здесь ловить. Ну, так пока поставлю 4 донки, а дальше видно будет. Посмотрим, в общем, по рыбалке, как пойдет, кто будет клевать. Может быть, здесь также карась будет задалбывать. Я на одну донку он поставил 2 крючка для проверки. Вот так, в принципе, можно будет еще собрать снасти. К вечеру на тройнички, на судака поставить. В общем, посмотрим, как быть, как будем рыбачить. Пока вот так. Одел сапоги, чтобы заходить подальше, забрасывать. Потому что с берега особо далеко не забросишь. Вон здесь, видите, сразу как глубина уходит. О, ну это я прилично забросил. Ничего себе. Даже, наверное, надо бы забрасывать поближе немного. Это, по-моему, я даже перетрудился. Так, ну я, наверное, буду камнем прижимать леску. Потому что здесь как бы тоже будут водоросли цепляться. Течение здесь, там дальше в одну сторону, здесь в обратную сторону. Так что надо делать вот так. Это я, наверное, далековато забросил. Потом буду перебрасывать, чуть поближе буду кидать. Потому что так далеко закормить у меня все равно не получится. А так вот в то место, где именно докуда доброшу, кукурузу закормлю, там и буду, в общем, рыбачить. Не нашел нормальной бутылки. Берег здесь убирают. Единственное, что нашел вот на берегу, из того сделал, в общем. Сейчас так, по чуть-чуть.
а к вечеру нормально закормим. Кукуруза есть, так что есть на что рассчитывать. Посмотрим, ну в принципе и сейчас может клюнуть, почему нет. Бывало такое, что вот так вот днем тоже клевала неплохо рыба. Ну буду я здесь 2 дня, даже считай 3, поэтому посмотрим, есть время попробовать разные способы и так далее. Думаю, что-нибудь поймаем. Сейчас буквально пару забросов мандулку брошу, проверю судачка, а так вечером уже посерьезней на судака выйдем. Но а сейчас пойду жереха все-таки пробовать. Жерех, он все-таки круглый день клюет, а судак ближе к вечеру начинает. Сейчас попробуем, кто его знает. Вот сейчас вода упала хорошо, основное течение здесь близко получается, вот он на границе обычно прям клюет, где течение, вот и спокойная вода, поэтому и добрасывать получается нормально. Кстати, не знаю, как здесь насчет карася, надо будет на поплавочку тоже проверить, будет клевать, не будет. Вот здесь за травой, но вот так не видно, как вот там выше на берегах полные, где карася. Да, на камне здесь сейчас мелковато. Вода, конечно, сильно ушла. Вообще вода вот посюда где-то должна быть вот такого уровня. Не знаю, здесь жереха получится, не получится. Ну, вообще, наверное, нет, потому что мелко, цепляться будет. Был сейчас удар все-таки. Такой довольно мощный удар был. Я не знаю, он сошел. Чуть-чуть его протащил. И слетел он. Не, уже дергает. В общем, это закидушка, на которую я поставил 2 крючка. Сейчас перезабрасывал все. И на ней уже сидел карась огромный. Вот такой вот лапоть. Даже снимать не стал. На прошлых рыбалках я наснимался этих карасей уже. Сейчас я вот его только перезабросил. И сразу была поклевка. Скорее всего, опять карась подсел. Угу. Видите, 2-й крючок это, блин, зло. Карась моментально садится. Что-то карась какой-то, я вам скажу, вообще ужасный. Что-то у него там на щеках что-то странное творится. Непонятно. Как будто бы, ну да, водоросли выросли прям на щеках у него. Ничего не понял. На одной вот и на второй тоже вон. Прям с него водоросли уже растут. Нифига себе. И пока еще разок закину с 2 крючками, потом верхний сниму. На нижний поставил вот так аж на 3 кукурузины, что вообще карасю в рот не поместилось. А вот и жерех.
А вот и жерех все-таки. Ну еще и ничего, такой нормальный жерех. Неожиданно клюнул. Прямо здесь, где трава, оттуда тянул. Я думал, за траву зацепил поначалу. Блин, как хорошо взял, а. Хорошо взял. О, такой. Ну, нормальный. Пойдет жерешок. Опа. Шустрик. Надо же. А я кидаю туда, подальше, в течение. Он взял прямо вот здесь, рядом с травой. Ну, уже интересней.
Время 5 утра нет. Все стоит. Тут вот одна закидушка сорвана. Не знаю, на всякий случай подсак взял. Но я не думаю, что здесь что-то крупное. Хотя кто его знает. Карась, наверное. Ух ты, блин! Блин, это сазанчик был. Это был сазанчик. Но здесь камни. Я так быстро тащил, чтобы поднять над камнями именно. Протащить. Надо было, блин, сапоги одевать. Ну вот он ушел. Единственная поклевка сазанчика, и тот свалил. Ладно, сейчас перезабросим. Может быть, еще кто дернет. Клевка. На этот раз хрен он сорвется. Крючки у меня там стоят мощные. Ни хрена попер. Вот это, да? Вот это, да? Слушайте, ну это что-то хорошее. Наконец-то. Не зря я так рано вставал сегодня. Так, надо бы мне с вываживанием теперь что-то придумать. Фу. Фу. Наконец-то, блин. В общем, сейчас 2 из 4 я оторвал. Зацеп какой-то был непонятный. Вот переделал полностью. Поставил самые огромные крючки. Единичку. Карповые. Вот только перезабросил, думаю, даже снимать не буду. Закормился. Сразу вот поклевка. Что-то хорошее. Что-то очень хорошее. Думаю, даже можно вот сюда уйти, чтобы с другими закидушками не путаться. Ничего себе, у меня грузило поднялось как высоко. А почему так? Ничего не понял. Что-то у меня грузило так высоко. И оно... Опа. Кто это был? Блин, уже на поверхность вылез. Сазанчик. Или кто там?
Куда ты к камню пошел? Да, сазанчик. Блин, не крупный. Ну как не крупный? Нормальный, конечно. Но не то, чего хотелось бы, конечно. Хо. Такой пузатик. Красивый пузатик. Заглотил, правда, он что-то там. Ничего, сейчас вытащим. Ну, наконец-то, блин. Обрыбился. Хорошо. Да, смотрите. Сазанчик с икрой. Пузатый. Блин. Зацепился. Вот такой вот. Смотрите, какое пузо огромное. Прям пузатый. О. Вот такой вот сазаняра. О. Ну что, я думаю, вы знаете, что я с ним сделаю. Да? Опа. Ну, сазану долго в себя приходить не надо. Это рыба такая, такой огромный батончик, жирный. Ух, блин, хорошо. Настроение аж нам, блин, поднялось. А то это бесклёвие до караси достали уже. Фух, сейчас буду перезабрасывать, еще даже чуть-чуть прикормлю. Похоже, я сегодня все-таки буду варить кукурузу. Думал, что не буду варить кукурузу. Уже расстроился чуток, что сазан не берет. Сейчас буду варить кукурузу. Идет чисто карась. Ох ты, блин, вот это что-то мощное было, слушайте, вот это, по-моему, даже сазанчик и был, блин, вот это что-то хорошее дернуло, вот это да? В общем, карася, что в верхах, что в низах, везде сейчас просто тьма.
Офигеть, жереха поймал на кукурузу. Нифига он. Что-то кидал туда-сюда, туда-сюда. И вот он среагировал на кукурузку. Жерешок мелкий. Как игрушечный. Ну вот на блесну не могу поймать жереха сегодня. На поплывочку поймал вот такого мелкого. Опа! А я уже думал, сазан клюнул. Здесь пришел просто. Вот этот дергается, дергается. Наверное, даже на огромный крючок. И то карась подсел. Сейчас глянем. Вот видите, здесь какие камни. Приходится заходить. Здесь резкий подъем. Если там зацепится, то все, капец. Только обрыв. Вот. Маленький карасик на огромный крючок. Ну вот как это? Как-то ловится. Пять утра, поклевок не было, вода сильно ушла. Вчера я ставил, когда вот здесь уровень был, прям к воде ставил, вот так вот ушла. Может быть, поэтому, кстати, на некоторых крючках даже кукуруза есть. На донке все так же, по тому же сценарию карась ловится. Решил чуть попробовать судачка половить. Еще утро. А вот и судак первый. Ну, мелкий, блин. Вот такой маленький вообще головастик. Ничего себе, я поймал. Он, если он сейчас рванет, он, блин, свалит 100%. Хожу, ловлю судачка, просто тестирую, уже собрался полностью. Тестирую просто приманки различные. Сейчас поставил самую маленькую, но он сейчас сорвется, скорее всего. Поставил самую маленькую, твистерок вот такой красненький. И прям возле самого берега уже начал ее поднимать. Вот такой жерех бомбанул. Офигеть можно. Я вообще не ожидал. Вот такой огромный жерех. Вот на такую вот приманочку. Ничего себе. Вот это да. Ну, этого можно и домой забрать. Раз уж так напоследок речка меня наградила. О, нифига себе, поймал. Офигеть.
Видите, я и спиннинг взял маленький, 5.25, специально чувствительный, и приманку мелкую. И вот такая вот ситуация классная случилась. Ну, пойдет. Ну все, в общем, я убегаю от дождя домой. В принципе, неплохо порыбачил двое суток. Поймал и сазана, и жереха, и судачка. Карасей я вообще молчу. Уже надоели, их очень много сейчас в реке. Ловятся они везде и на все. Поэтому я даже не снимал, как я их ловил. Потому что на закидушки очень часто попадались, тоже вытаскивал. Еще что хотел сказать, очень много в комментариях задают одних и тех же вопросов. Что я вам хотел сказать, если вас что-то интересует, перейдите на канал. В описании канала, даже в некоторых названиях видео, вы найдете ответы на свои вопросы. Потому что очень много людей прям одно и то же под каждым видео. Я так не смогу просто всем отвечать. Перейдите на канал, посмотрите в названиях видео, посмотрите в описании к каналу. Там вы найдете ответы на многие свои вопросы. Ну а на этом у меня на сегодня все. Всем пока-пока, всем удачной рыбалки и хорошего настроения.